Сегодняшнего вечера Тимур Родригес. Здравствуйте всем, друзья! Добрый вечер! Здравствуйте! Сколько в зале красивых людей! Я уверен, каждый из вас умеет аплодировать громко. На сцене одна из самых крутых групп на планете Земля, группа А-Студио, и вы все приглашены на их 30-летие. Прошу, любить и жаловать. Это поистине удивительный вечер, потому что сегодня мы будем слушать наши любимые хиты. И если мы сейчас окунемся на 30 лет назад, вот лично я могу рассказать свою историю, как я бежал домой с портфелем, с катафотами, бросал его в угол и скорее включал телевизор, переключал нужный канал. А нет, по-другому же, да? Переключал нужный канал, и там... Ну, погоди. Дело в том, что я интересовался тогда мультиками и понятия не имел о том, что самое время становиться популярными группе из Алматы. Но с нами сегодня люди, которые помнят все истории, помнят их очень хорошо. Поэтому под ваши бурные аплодисменты прямо сейчас должен обратиться к отцу-основателю этой группы, к человеку, который написал такое количество наших любимых песен, что не искупать его в овациях будет просто преступлением. Байгали Серкебаев, друзья! Удивительный, фантастический Байгали Серкебаев, которого, между прочим, все зовут Боря. Ну вот так вот, все его друзья. И у меня, вот я хочу сейчас отойти от сценария, правда, хочу отойти от сценария. Почему у нас всегда
вот есть такое свойство преуменьшать, упрощать. Вот есть красивое имя – Байгали. Давайте даже не с Байгали начнем. Есть такой известный танцовщик Гедемина Старанда. Все его прекрасно знают. Его знаете, как все зовут? Гена. Гедеминас Гена. Ладно, есть Байгали. Байгали. Боря. Я вообще Родригес, но это ладно. Так вот, если все-таки успокоить сейчас Байгали, то я хочу тебе сказать, что один выдающийся музыкальный деятель нашей страны все-таки называет тебя по-своему, но с большим почтением и уважением. Бергамот. Это чистая правда, кстати. Вот, Боря, значит так. Самое главное сейчас вспомнить, напрячь память и в миллионный, в юбилейный раз рассказать, как так случилось, что вы стали называться А-студио. Это целая драматическая история. Сейчас у нас времени мало, поэтому я очень коротко ее расскажу. Мы выступали с Аллой Борисовной на одном из первых концертов в составе театра Пугачевой. И она говорит: «Боря, как вас объявить?» Я говорю: «Алмата студио». Она говорит: «Что-то длинное очень. Давайте сделаем что-то емкое. Будете А-студио». Вот и все. И вы пошли на сцену? И мы пошли на сцену. Вот так вот за секунду Примадонна решила судьбу будущей любимой группы нашей страны. А вы, небось, месяцами думали, как придумать название бренду, который будет работать на вас в течение как минимум 30 лет. Хотя мы все надеемся, что минимум, 100. Надеюсь, так. И теперь этот бренд работает на каждого из нас, потому что мы зависим от них, от их песен, потому что наше настроение становится фантастическим. Ведь их песни теперь поют самые-самые топовые звезды. Открывает концерт, уже после Кэти, понятно, они сами открыли свой вечер. Открывает вечер, когда их песни начинают петь другие артисты. Человек, который должен открывать всегда, должен закрывать всегда. В общем, вы знаете, как его встречает на этой сцене Филипп Киркоров! Ветер осенний, от загульной жизни нету спасения. Чей-то взгляд сегодня сердце мне тронет, и луна виднеет, как в небе утонет. Ночь, подруга, на-на-на-на-на. Счастье хмельное от того, что ты сегодня со мною. Я иду ко дну, как тонущий остров, а на небе стонут пьяные звезды. Ночь, подруга, на-на-на-на-на. Закрутит на-на-на-на-на.
Тонущий остров. Эй! Для меня большая радость сегодня практически открыть этот красивый вечер имени этой группы с большой буквы А. В их жизни все очень красиво. Они пишут красивые песни. У них красивая судьба. Они из красивой страны, которую мы все обожаем и любим, нашего любимого Казахстана, из нашей Алматы, с которым столько связано с этим городом, столько артистов вышло, столько звезд появилось. И, конечно, с легкой руки, конечно же, нашей Аллы появилась эта группа. Но было бы, наверное, неправильно не вспомнить сегодня, что создавала эту группу и была при начале этой группы удивительная, великая, большая певица, гордость казахской эстрады. Это Роза Рымбаева. Поэтому для меня сегодня большая честь также открыть этот концерт, открыть концерт гостей, потому что ребята уже выступили. И пожелать им только одного. Еще раз дважды по столько же лет, сколько у них пройдено. И надеюсь, вот так мы меняемся. Вы в прошлом году у меня пели на юбилее, в этом году я у вас. В следующем вы у меня на 60-летии. Недолг час, я у вас на столетии спою. Я здесь надолго. Спасибо, я люблю вас. Спасибо, Филипп Киркоров. Спасибо огромное. Филипп Петрович, я надеюсь, вы понимаете, что завтра в СМИ напишут, что зал аплодировал Киркорову практически столько же, сколько Киркоров выступал. Проще всего говорить правду. Филипп Киркоров, друзья. Ну что ж, мы продолжаем листать золотые страницы истории группы А-Студио. Борь, мы остановились на очень важном моменте, потому что Филипп вышел не случайно первым. Потому что, насколько я помню, и насколько помнят те, кто вас обожает, именно Филипп повлиял на то, как ваша судьба сложилась уже в Москве. Это правда? Это действительно правда. И были далекие-далекие 90-е годы. И случайно наша кассета с записью одной нашей песни попала к Филиппу, он ее привез в Москву Алле Борисовне. В общем, таким образом узнала о нас. Показал Алла Пугачева. Алле, я понял. Показал. Вы представляете? То есть каким образом? Раз и все. Ну, достаточно было показать кассету Алле Пугачевой. Меня, кстати, тоже мои друзья, когда я уезжал из Пензы, просили показать кассету Пугачевой. Все кассеты до сих пор у меня дома. Ну ладно, давай вернемся все-таки к моменту, когда вы поняли, что нужно ехать. Как это произошло? Ну, Алла Борисовна узнала о нашем существовании. Так. И Владимир Пресняков сказал: ребята, вам надо поехать в Москву. Мы купили 2 билета. Я даже помню, сколько они стоили. 62 рубля 50 копеек. И самолет назывался Ил-62. Мы с Батором прилетели в Москву. Пришли в квартире Аллы Борисовны и замерли. И не знали, как нам позвонить звонок. Потому что мы так волновались. А сколько руки вы так вспотели. Простояли? Мы простояли минуты, наверное, 3. Представляете, вот если Алла Борисовна подходит в этот момент к глазку, и что она видит? Стоят 2 казаха, молчат, не шевелятся. Такая 3D-открытка «Привет из Алматы». Так, продолжай, пожалуйста. Ну, в конце концов, дверь открылась. Мы взволнованно зашли, но с первой же минуты гостеприимства Аллы Борисовны, ее отношение к музыкантам, моментально прошла наша вся вот эта вот такая трясучка. Мы попили чаю, поговорили о том, о сём, о жизни. И она сказала: ребята, я что-нибудь для вас придумаю. Всего хорошего, до свидания.
Мы вышли радостные, и где-то, наверное, 3 квартала мы до Белорусского вокзала, мы бежали по Брестской бегом, ничего не говоря друг другу. Потом мы обнялись и сказали, а куда мы бежим? Ведь Алла Борисовна сказала, она что-нибудь придумает. У нас никто не отберет это обещание. Фантастика. Я представляю, если бы Алла Борисовна жила на набережной, они бы переплыли Москва-реку. Легко. Тут же. Но ведь все сложилось так, как вы даже и представить себе не могли. Благодаря одной песне. Именно ее мы сейчас и услышим, дамы и господа, на этой сцене, для того, чтобы исполнить самый-самый главный хит группы А-студио «Джулия» Томас Невергрин и Леонид Агутин. We'll be right back.
Томас Новогрин. Леонид Акутин. Спасибо, друзья. Огромная благодарность, пожалуйста, очень хочется сказать этому замечательному коллективу за музыку, за искусство, за культуру, которую они подарили нашей стране и вообще всему бывшему Советскому Союзу. Спасибо, что из Казахстана такие замечательные музыканты приезжают. Это огромное счастье вообще. И я очень лично, очень люблю этот коллектив, обожаю, многому научился и до сих пор с удовольствием слушаю все, что выходит сейчас и то, что, конечно же, было раньше. And now say just a couple words, please, about this guy. Yeah, okay. Ну, у меня есть, конечно, очень интересная история, потому что когда я 15 лет назад я первый раз в России, я сразу на, practice together with our studio. We have double concert. Сразу получил опыт на самом серьезном концерте. And и потом я and then I fell in love with the singer and married her. Her name was Paulina Griffiths. А, хорошая история. Он рассказывает про свою историю с Полиной Гриффитс, о том, как они встретились, влюбились и поженились. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Это важная предтеча тому, что будет дальше. Thank you, thank you. We divorced very short after. But then I fell in love with A Studio's music. And it's still with me in my heart, the music of A Studio. И так как Полина как раз тогда пела в группе А-студио, и они вместе стали работать с Полиной, и навсегда музыка А-студио в его сердце, он влюбился. И, видимо, я думаю, что он не один такой. Пожалуйста, аплодисменты за эти прекрасные слова. Спасибо. Спасибо, друзья. Наслаждайтесь дальше этим замечательным, прекрасным, великолепным искусством. Спасибо вам. Томас Невергрин и Леонид Агутин. Привет, спасибо. Спасибо, Томас. Спасибо, Леня. Ну что? Боря, мы затронули очень душещипательную историю вашей группы, когда Томас буквально увел солистку. Это же чистая правда, он ведь сейчас не соврал. Он об этом, кстати, не все рассказал, ну ладно. Действительно было так, после этого, как они поженились, Полина покинула наш коллектив. Ну, против любви не попрешь, как это говорится. Безусловно. Это бесполезно. Девушка ушла, но при этом имущество оставила. Я сейчас про песни группа студия говорю. Творческая. Это очень важно. Прямо сейчас у нас есть уникальная возможность для наших зрителей в зале поучаствовать в важном опросе, друзья. Наши важные гости, наши партнеры, радиостанция «Авторадио» направила к нам двух суперагентов. Суперагентов утреннего шоу «Поехали». Давайте поаплодируем им. Это Сергей Демидов и Виктор Абрамян, которые прямо сейчас протестируют вас на знание песен на студию. Ребята, прошу. Итак, добрый вечер, «Новая волна», добрый вечер, Сочи. Очень рады быть здесь, спасибо большое. Конечно, неожиданно совершенно то, что мы поздравляем группу А-студию, стоя спиной к ним. Но, тем не менее, как есть, так и поздравляем. Ребят, мы вас очень-очень любим. Друзья, всем добрый вечер. Слушайте, мы решили протестировать вас на знание слов песен группы А-студио. У нас очень простой интерактив, он прямо из эфира, и называется «Вы поете великолепно». Правило элементарно. Мы называем три слова, которые находятся неподалеку друг от друга в припеве песни А-студио. Ваша задача — понять, какую песню мы загадали. Попробуем. Итак, друзья, самое простое. «Помоги, подскажи, разлучает». Просто все пели, все отплясывали, так? Я уже нашел жертву. «Помоги, подскажи, жертва разлучает». Жертва не согласна. Очень такая, ну, одна из самых популярных старых песен, олдскульных. Вот здесь уже есть. Мужчины кричат уже отсюда. Я не могу передать. «Помоги, помоги». Отлично поете, но песня не та. Любви. Все поют. Двигаемся дальше. Давай мужчине просто помощь нужна была, вы неправильно поняли. «Могу, думаю, чувствую». Исповедь психоаналитика. Итак. Это прямо, ну, мне кажется, хит-хитярский. Песня, которую, ну, из каждого утюга мы слышали абсолютно. Можно я пойду к этой девушке, тем более, что она все равно ее уже спела один давай, раз? Давай. Ну, вы ее только что пели. Летаю. Да. Итак, давай я назову. Это вот Сергей, он живет в Жулебине, и там это, ну, в каждый вечер можешь такую фразу услышать. Сила бабочки невероятна. Сила бабочки невероятна. Это, как вы понимаете, не о ноже. А, нет, это не та песня. А я шел к вам 6 километров, что же вы делаете? Что, не то?
Сила, нет. Все, ответили? Нет, не ответили. Сила, не ответили. Бабочки, сила бабочки невероятные, ну, ребята. Сила. Есть версия. Где? Так, ну. Где был этот слышу. Звук? Где? Ты и я. А еще? Ну, мы с тобой, понятно, а еще? Все. Эта песня называется «Папа-мама», между Папа, прочим. «Папа-мама», друзья мои. Тимур, ну, мы сделали все, что могли, я думаю, я, что люди я увидел, знают. Что вы заставили зрителей краснеть, вот что я увидел. Вот, Тимур. За ваши каверзные вопросы в любом случае. Спасибо, Сергей Демидов. Аплодисменты, друзья. Виктор Абрамян, спасибо огромное. Мы продолжаем, друзья. И как вы поняли, мы не зря вспомнили про Полину Гриффитс, потому что именно песню периода Полины Гриффитс на этой сцене прямо сейчас исполнит потрясающая Алсу. Встречайте!
Спасибо, спасибо. А, дорогие мои, как к кому обращаться? Дорогой Байгали, Боря, мы тебя так называем в узких кругах. Любимая группа А-Студио, просто с самого детства, сколько себя помню, вот слушала, Борь, ваши песни. Спасибо вам за ваше творчество, за ваш талант, за просто гениальную музыку. Спасибо, это счастье петь эти песни. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо тебе огромное, Алсу. Алсу! Музыка действительно объединяет. Например, дружбе новой волны и культового музыкального телеканала Муз-ТВ уже 16 лет. И мы уверены, друзья, это еще не предел. Смотрите музыку вместе с нами и заряжайтесь позитивом вместе с Муз-ТВ. Аплодисменты. Друзья, есть еще одна уникальная подробность. Говорят, что в начале карьеры группа А-Студио пользовалась даже помощью Ильи Резника. Причем текст для одной из песен, Боря, насколько я знаю, был, но все равно Илье Рахмельевичу пришлось позвонить, да? Пришлось? Это потрясающие моменты в нашей жизни, в нашем творчестве, когда мы записали целый альбом с Ильей Рахмельевичем. И мы очень благодарны ему за потрясающую поэзию с большой буквы, потому что когда мы сказали: «Илья Рахмельевич, вы можете написать нам слова для песен?» Он сказал: «Боря, я не пишу слова, я пишу стихи». И мы безумно счастливы, что действительно нам удалось поработать. Единственное, что он очень рано звонил, в 8 утра, и очень быстро работал, и быстро выдавал тексты. Ну, мы ему благодарны за это. Какой у вас дорогой будильник? Будильник назывался «Резник», я понял. Аплодисменты, друзья, спасибо Илье Резнику, передаем ему большущий привет. Прямо сейчас, на этой сцене, чтобы исполнить одну из нетленок, хотя ей, казалось бы, не так много лет, Сергей Лазарев! Темней, и опять до рассвета мне электронные письма друзей не приносят ответа. Нет, не сумела меня удержать. Что же это такое? Я не хочу просто принадлежать. Что мне делать с собою? Я не знаю. Ну, кто тебе сказал? Вернусь назад, жить не смогу и побегу за тобой, обгоняя рассветы. Кружится голова, и я схожу с ума. Не плачу я, еще люблю, но тебя не касается, это ты. Очень хочешь, наверное, узнать, как мы дальше поступим. Нет, можешь больше ты не набирать. Оппонент недоступен, недоступен. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу и побегу за тобой, обгоняя рассветы. Кружится голова, еще люблю, но тебя не касается эта ночь. За окном пеленою дождей, и опять до рассвета мне электронные письма друзей
не приносят ответа, нет ответа, не плачу я. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу и побегу. Не плачу я, еще люблю, но тебя не касается это. Сергей Лазарев. Спасибо, друзья. Сергей Лазарев. Чуть-чуть побуянил тут. Спасибо огромное, ребята, огромное вам спасибо за вашу музыку, за ваши песни. И за то, что вы такие скромные. Несмотря на то, что вы такие легендарные, вы такие скромные. Спасибо вам за это. Аплодисменты. А студио! Спасибо. Спасибо, спасибо, Сережа. Приятного вечера. Сергей Лазарев, друзья. А мы продолжаем... Спасибо огромное. Мы продолжаем вспоминать все самое интересное, связанное с группой А-студио. И настало время вспомнить, вот с чего начиналась Боря группа А-студио. Та группа А-студио, которую мы еще не знали. Вот самые истоки, с чего все началось, расскажи. Все начиналось, наверное, с моего знакомства с Володей Миклошичем. Это Владимир Миклошич, друзья, бас-гитара группы А-студио. Фантастический музыкант, давайте ему отдельно поаплодируем. Сейчас Сережа говорил о нашей скромности, это вот, пожалуйста, к Володе. Это ум, честь и совесть нашей группы. Автор слов Джулия. Благодаря его таланту и скромности, и этой песне, вот мы сейчас здесь находимся, в этом прекрасном зале. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Игоря Яковлевича Крутого за этот праздник, который он нам подарил на наше 30-летие. Спасибо вам. И вернемся к той старой истории. Да, вернемся к Володе. Почему вернемся ты его к Володе, вспомнил, да. Мы познакомились мы на той почве, что... У Володи были тогда виниловые пластинки и джинсы. И мой друг во дворе говорит, пойдем, у меня, говорит, есть там один дружок в соседнем дворе, у него есть Deep Purple Original и джинсы Lee. Вот мы пришли послушать эту группу, и с тех пор мы вместе больше 30 лет. А откуда же это ему все доставали, я не пойму. У него родственники были там. Там это где? Да. В те далекие времена... Это называлась страна Югославия. Югославия. А, да. Володь, Миклошич, Югослав, конечно. Ну, конечно, правильно. Да? Нет, он не Югослав, он хорват. Хорват. Такой национальности нет. Боря, можно я тебя прерву? Вот здесь, в Сочи, вот в районе стадиона Фишт, говорить слово «хорват» вообще запрещено после чемпионата мира по футболу. Не будоражьте раны, еще не зажили. Давайте хорошо. Не будем произносить слово «хорват», будем говорить «Югослав». Ну, так хорошо, ребята проще. Уже играют в футбол, правда? Ну хорошо. Итак, а если вспомнить все-таки ту самую пластинку, на которой была Джулия, ты помнишь этот запах вообще этого винила? Это же удивительные вещи. Люди, может быть, нас сейчас не понимают, но у каждой пластинки свой запах, свои воспоминания. Ну расскажи. Мы ее так праздновали, что я помню запах всех напитков, которые продавались в ларьках в 90-х годах в Москве. И добавить нечего. Друзья, звучит песня с первой пластинки группы А-студио «Сезон дождей». На сцене Алексеев. Поздний час. И печаль в твоих глазах, холод сентября. Фонарей
грустных тополей. Тень слезы твоей, наш сезон дождей. Дождь льет, не беда, взгляд твой скажет мне да. Дождь льет, я с тобой, с тобой. Жду опять твой ответ. Сотни долгих трудных дней. Что же ты молчишь? Вечер наш встретит нас песни звездного дождя. Позови меня, обними меня. Дождь льет, не беда, взгляд твой скажет мне да. Дождь льет, я с тобой, с тобой. Дождь льет, не беда, взгляд твой скажет мне да. Дождь льет, я с тобой, с тобой. Дождь льет, взгляд. Благодарю вас, Боря. Спасибо, Никита. Друзья, огромное вам спасибо за еще одну возможность выступить с вами на одной сцене. Сегодня я по-настоящему счастлив. Благодарю вас. Спасибо. Давайте искупаем в аплодисментах. Пока нет Тимура, расскажу одну историю, которая нас связывает с этим замечательным артистом. Много лет назад мы поехали на фестиваль, крупный европейский фестиваль, который транслировался по одному из наших каналов. И Тимур был там ведущим. Он ездил с нами на все интервью, он говорит на всех языках. И тогда мы презентовали нашу новую песню «SOS», которая стала очень известной. Мы сделали несколько ремиксов, она до сих пор играет и в Уругвае, и в Парагвае, и в Лондоне, и на Мадагаскаре. И сегодня я хочу представить его как артиста, настоящего артиста, который посвятил всю свою жизнь творчеству. На сцене Тимур Родригес. You know what?
I must go home, my condition's wrong, cause it's not on me, with my fantasy, my intensity, run away from me, cause every girl by now knows my heart is closed, trying to get your eyes, a fucking paradise, I ain't scared of your full indifference, girl, I'm falling down. I don't look back, I'm a burning heart, killing with a smile, I don't wanna cry, now I'm melted out, with my icy ground, turning inside out, tossing upside down, I don't wanna be a land of mystery, I'm longer free, in this misery, girl, I'm falling down, baby, I feel that I'm falling in love, baby, I know that I'm dreaming wrong, I need your help, you're saving my soul, you must bring me back. Going on, my baby, you better don't ask. You wanna know me from a fake dick to it? Hell yes, now what you wanna do? You wanna make everybody say? I'm so too bad. Do what's the part? You're my superstar. Baby, I feel that I'm falling in love. Baby, I know that I'm dreaming alone. I need your help. You're saving my soul. Now I wish that you'd be here with me. Yeah. Не слышу вас. How I will that you be that ba 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 ba. Спасибо! Спасибо огромное! Друзья, прошу аплодисментов не для себя, во-первых, для шоу-балета «Тодос». И, конечно же, для группы, которую мы обожаем, потому что без их музыки мы все абсолютно не можем быть счастливыми. Ведь их песни связаны с такими важными моментами в жизни каждого из нас. Я прошу вас искупать группу «Астудио» в овациях. Спасибо огромное! Спасибо! Я хотел еще спеть разок, ну ладно. Вместо того, чтобы слушать задыхающегося человека, лучше послушать того, кто дышит ровно, спокойно и, в принципе, никуда не торопится. Аплодисменты Бегали Серкибаеву. История продолжается. Спасибо Тимуру Родригесу. И сейчас мы хотим вспомнить историю одной песни, которая стала очень популярной, но вначале... Мы даже не думали, что так сложится ее судьба. Мы написали ее, в студии записали ее на компакт-кассету, поехали на гастроли. И перед выездом на сцене включили ее в кассетный магнитофон, слушали и не понимали, пойдет, не пойдет, непонятно. И настал момент нам поехать на выступление. Кассету мы оставили в этом кафе, где мы ужинали. Когда мы вернулись со своего концерта, мы смотрим, что вся кухня, повара поют эту песню. Они вышли в белых фартуках, в колпаках и пели эту замечательную лирическую композицию, которую сейчас мы для вас исполним. И я с большим удовольствием приглашаю сюда на сцену финалистов фестиваля «Новая волна» 2012, группу «The Jiggets». Thank you.
позолоченный свет твоей слезы горел в ночи. Обнимая меня, сказала ты: не уходи. Зная, что нет моей вины, я прошептал тебе: прости. Все пройдет, не грусти, не грусти. Нелюбимая ждет меня у окна вечером. The Jiggets. The Jiggets, продюсерский проект Байгалис Аркибаева. И, между прочим, наш сегодня эксклюзивный бэк-вокал в течение всего вечера. Ваши аплодисменты, друзья, еще раз. The Jiggets. Я солдат. Борь, у нас очень важный вопрос назрел. У всех, кто находится за кулисами, уверен, все, кто находится в зале, тоже задаются этим вопросом. Неужели вот не было ничего такого, ну, такого... о чем можно было бы рассказать или, наоборот, умолчать в нужной ситуации. Я имею в виду какие-то курьезные случаи. Ты же понимаешь, о них спрашивают абсолютно все, и вот никто не верит, что у вас их не было. Ты знаешь, этот вопрос задают все журналисты. Естественно. Но когда его так задают... они сейчас и спрашивали, я от них и пришел. Да, причем эти курьезные случаи, естественно, у всех есть, но в момент, когда он звучит, вопрос, все забывается. Но я могу рассказать один сейчас на памяти случай из нашей жизни, когда... На Новый год, когда артисты все ждут, это 31 декабря. Ты же тоже ждешь 31 декабря? Там елки и так далее. И мы должны были ехать в Днепропетровск на поезде. И все опоздали. Бага, Баттер, я. Вовремя пришел только Владимир Божидарович и директор. Они сели в поезд и поехали на работу. Когда они подъехали уже в точку назначения, мы поняли, что поезд ушел. И мы с Новым годом пролетели. Так что... А они поняли, что концерта не будет, потому что приехал только бас-гитарист и директор. Да, вдвоем они... А между прочим, Пол Маккартни так свою карьеру сольную начал, Володя. Что ж ты упустил свой шанс? Но при этом, благодаря тому, как они смотрели вдаль уходящему поезду, они кричали: «Стоп, поезд, подожди, подожди, не уходи». Потом поезд заменили на «Ночь». Получился суперхит. И не факт, что эта история реальная, потому что я только что ее придумал. А все для того, чтобы объявить... На этой сцене с песней «Стоп, ночь» Юлианну Караулову. Ваши аплодисменты.
Спасибо большое. Группа The Jiggies и, конечно же, А-студио. Огромная честь петь с вами и для вас на одной сцене. Спасибо большое. Спасибо, Юля. Спасибо тебе. Юлианна Караулова, друзья, ваши аплодисменты. Ну что же,
История группы «А-студио», как вы знаете, полнится подробностями не только в Москве, не только на телевидении, но и у себя на родине. Борь, расскажи, вот конец 80-х, прошел эфир «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой. Вы вернулись в Алма-Ату еще тогда, Алма-Ату. И что произошло? Расскажи, как вас встретили. Ну, мы думали, что настал наш звездный час, мы стали звездами. В те времена, после одного показа по утренней почте, артист просыпался уже знаменитым. Правда, Игорь Николаев, вот он в курсе. Он много раз просыпался знаменитым после утренней почты. Столько песен прекрасных, Игорек, спасибо. Просто я сейчас тебя увидел и не мог не сказать. А еще я рад, что мы битломаны. Приехав в Алма-Ату, мы поехали на какую-то съемку, и было очень поздно, мы решили покушать, зашли в кафе, а оно было закрыто. Мы стучались, потом говорим, дайте нам хоть пирожок какой-нибудь с маком. В ответ нам швейцар сказал, езжайте в Москву, там вас накормят. Вот такой был у нас первый момент славы нашей. Да ладно, вот до такой степени ревность была? Ну, это, видимо, какой-то попался не тот швейцар. На самом деле, это кафе очень хорошее, и мы там до сих пор едим пирожки. До сих пор едите. Название не говори, да. они вам пока еще не заплатили за это. Хорошо. Друзья, мы продолжаем. Это, как вы понимаете, единичный случай, но Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень, раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае человек из Казахстана победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Как из лунного сна О, если б знала ты, что мне нужна Только ты одна Ливни долгие лили Весна. Но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Дай мне
картину басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов и выразить огромную благодарность группе Астуди и Байгали Ага. Сизге улкен улкен рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан! Мы вас любим очень! Димаш Кудайбергенов! Аплодисменты! Я сейчас не могу с собой унести. Спасибо! На сцену приглашаются профессиональные сочинские носильщики, чтобы унести цветы Димаша Кудайбергенова. Итак, друзья, какой парень, а? Сказал, приезжайте в Казахстан, а у самого гастроли сейчас по Китаю. Ну, пока его нет, приезжайте. Итак, друзья, теперь о главном. 30 лет группе А-студио, 16 лет «Новой волне», 18 мне в следующем году. Все эти огромные временные отрезки сейчас затмит одна минута. Минута благодарности нашим партнерам. Немного вашего внимания, терпения и, конечно же, немного ваших аплодисментов. Друзья, прошу вас. Итак, который год подряд имидж агентства «Персона» является официальным стилистом «Новой волны». Имидж услуги мирового уровня для всех и каждого. Итальянская косметика для волос из Умбрии. Кэмон, творчество, красота и внутренняя свобода. Партнером ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018» является ресторан «Байкал» – место, где ценят красоту и вкус, в котором стоит побывать. Официальный перевозчик конкурса «Новая волна» – федеральная пассажирская компания. ФПК – это национальный железнодорожный перевозчик Российской Федерации в дальнем следовании. ФПК осуществляет перевозку пассажиров в 77 субъектах России и за рубежом, выполняет важную социальную функцию обеспечения мобильности населения. Друзья, путешествуйте, путешествуйте поездом. Благодарим компанию «Паэзэ» за великолепные образы звезд и конкурсантов «Новой волны-2018». «Паэзэ» — это профессиональная декоративная косметика премиального качества с натуральными ухаживающими компонентами. «Паэзэ» — выразительность и забота о коже. «Паэзэ» — главный косметический партнер нашего конкурса. «Имеретинский» — всесезонный курорт европейского уровня на берегу Черного моря. Главный центр притяжения культурной, спортивной и светской жизни. Курорт «Имеретинский» — отдыхай не только с комфортом, но и со смыслом. «За спорт» — российский бренд одежды и официальный экипировщик Олимпийской команды России. Партнер конкурса «Новая волна» — строительная компания «Ава Сочи». Жилой комплекс «Министерские озера». Красивые виды с первых этажей. Наш добрый друг «Картина ТВ» — вот уже не первый год он информационный партнер «Новой волны». Стабильность — признак успеха. «Картина ТВ» — это еще и качественный успех. Вы только подумайте, телевидение на родном языке путешествует вместе с вами. Все, что нужно — скачать официальное мобильное приложение. И все. Любимые фильмы, программы и телеканалы на экранах ваших мобильных устройств. И неизменно лучшее изображение. «Картина ТВ» — телевидение вашего формата. Информационный партнер конкурса «Новая волна» — журнал «Hello». Спасибо за внимание. Ну что же, а мы подошли к очень важной песне. Мы сегодня начали этот вечер с выступления группы А-студио, где солировала Кэти Тапурия. С песней «Улетаю» связан новый расцвет группы, связан приход Кэти в А-студио. И, конечно же, с песней «Улетаю» всегда связаны какие-то приятные воспоминания, кто бы ее не исполнил. Мы, конечно, говорим о суперпрофессиональных, выдающихся музыкантах. На этот раз песню «Улетаю» исполнит Антон Беляев и группа «Термейтс».
невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Вспоминаю, словно сон, как знакомились с тобой. Осторожно. Скоро я взлетаю и тебя теряю. От любви своей я улетаю. Я не могу без тебя, я все думаю о нас. Я не могу передать, что я чувствую сейчас. Снег заметет следы, расскажет никому то, что с тобой были мы, и как я тебя люблю. До отлета полчаса, регистрация прошла, как обычно. Я смотрю в твои глаза, не хватает рук тепла. Непривычно. Скоро заметет следы, не расскажет никому то, что с тобой были мы. Большое. Хочу поздравить коллектив, 30 лет, ну, просто супер дату. Надеюсь, что коллектив сыграет алаверды на наше 30-летие. Осталось всего 23 года. Спасибо. Термейтс, друзья, спасибо огромное. Ну что же, еще немного ваших аплодисментов и эмоций мы запишем на наши вездесущие камеры. Давайте поулыбаемся, поаплодируем, друзья. Ваши неподдельные эмоции попадут в эфир. Поверьте, мы делаем все возможное для того, чтобы в ближайшее время этот концерт стал самым долгожданным событием на российском телевидении. Поэтому куда вы? Охрана? Значит так, мы продолжаем наш концерт, друзья. Практически весь вечер сегодня мы говорим про 30-летие вашей любимой группы в отсутствие солистки Кэти Топури. Да, друзья? И, между прочим, тут нет никакой несправедливости. Я просто по-мужски не хотел при ней подчеркивать возраст группы. Но дальше томить зрителей в ожидании ее выхода даже у меня не хватит совести. Поэтому, дамы и господа, девушка, глядя на которую была написана песня «Fashion Girl», изысканная, утонченная, образец стиля Кэти Топури! Fashion, fashion, fashion.
бюрократия, ориентир страсти, хосей бритвы взгляд, яснее, чем креста, и все говорят, ты дороже, чем мелко. Элита и вкусночи, fashion girl. И шоу-балет «Тодос». Браво! Браво! Ну что, друзья, мы продолжаем. Продолжаем у нас очередной сюрприз от Сергея Демидова и Виктора Абрамяна, наших спецагентов, ведущих утреннего шоу «Поехали» на Авторадио. Они кое-что еще приготовили. Парни, расскажите чуть подробнее. Да, друзья, действительно, очень много теплых слов сегодня в адрес студии от всех артистов, которые появляются на сцене. Но, уважаемые зрители, не можем же мы с вами остаться в стороне, правда? Да, друзья, поэтому поздравлять будем мы с вами, но любое поздравление должно быть организовано. Поэтому поздравлять мы будем на буквы из названия группы А-Студио. Поэтому я отправляюсь прямо вот к девушке. И первый комплимент в адрес группы А-Студио должен начинаться на букву А. Любое слово на букву А, которое можно сказать, глядя на эту группу. Очаровательный. Это, конечно, немножко на букву О, но мы настолько восхищены пиджаком Кэти Топури, что засчитывается. Здесь у нас будет на букву С. Вот отсюда кричат сексуальные, Сергей. Я не знаю, принимать ответ? После очаровательных можем и сексуальных тоже принять, конечно. Ну а как без этого? Хорошо, тогда на Т дальше. Сразу же на Т. Давайте вот к девушке обратимся. На Т. Талантливый. Ну, конечно, талантливый. Здесь на У. Успешный.
Прекрасно. Не так просто найти комплимент на букву, давайте признаемся. Буква «Д». Творческие. На букву «Д» творческие. У нас сегодня креативные гости. Давайте им поаплодируем. Поаплодируем группе «А-студио». На букву «И». Изумительные. Изумительные, хорошо было. На букву «О» кричат мне оттуда. На букву «О». «О». «Студио». Обаятельная, обворожительная, очаровательная группа «А-студио». Друзья, ваши аплодисменты. Браво, спасибо, парни. Сергей Демидов, Виктор Абрамян, ведущие утреннего шоу «Авторадио». Поехали. Кстати, мы благодарим нашего официального партнера, радиостанцию «Авторадио». Поаплодируйте «Авторадио», друзья. Спасибо им за поддержку. Ну что же, вы не представляете, как тяжело произносить слова, которые мне обязательно нужно произнести в этот микрофон. Но, тем не менее, концерт, посвященный 30-летию группы «А-студио», практически завершен. Но сейчас мы все, говорю я от лица тех, кто находится на сцене, и от лица тех, кто находится в зале, должны исполнить финальную песню. Поэтому мы просим вас напрячь свою память, вспомнить слова этой песни, а если нет, просто смотрите за тем, как это делаем мы, и подпевайте. На сцене все участники концерта, группа «А-студио» и, конечно же, вы. Поехали!
Леонид Тагутин, Сергей Лазарев, Алексеев, Димаш Кудайбергенов, Томас Невергрин. И еще раз А-студио! И еще мы, что ты нам спрятались. Алсу! 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 Тимур Родригес! Спасибо! Человек с маленьким ростом и плохим зрением. Да, все ходил. Спасибо! А-студио! Студио! А-студио! 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 Спасибо огромное! Еще раз искупайте в овациях ваших любимых артистов! Спасибо огромное! Новая волна, мы вас очень сильно любим! Барабанчик! А-студио, друзья! С 30-летием! Спасибо! Спасибо за фантастический концерт.